Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 11 января 2023 года. И мои красавцы Элвис и Эсма стали строить гнездо в кормушке, в которой было насыпано для них кальция-смесь. И, к сожалению, те материалы, которые я заказала в интернет-магазине Озон для строительства гнезд моим птичкам, пока еще не пришли. Поэтому в экстренном варианте я сделала, что смогла на сегодняшний день своими руками. Связала гнездо из пряжи. И так как она мягкая, форму она, конечно, не держит, потому что это пряжа. Связала крючком гнездо по размеру, как положено для канареек. Посмотрела в интернете. И поставила, укрепила его вот в такой купалке, которую сейчас подвешу на бортик этой клетки. Далее предложу птичкам строительный материал для гнезд. Они уже такой, я им добавляла вот в этот ботиночек. Они его перетаскали вот в эту кормушку. Это вот такой хлопок специально для строительства гнезда. И буду с нетерпением ждать джутовый шнур, из которого я буду сама делать им гнезда. Так как в одну клетку канарейкам надо ставить сразу два гнезда, потому что у канареек происходит такой процесс. Вот в этой клетке у меня есть для купалки специально дверь. Она открывается сбоку. И сюда сейчас мы будем укреплять гнездо для моих птичек. Давайте попробуем без решетки их поснимать. Так. Важно, чтобы это гнездо стало. Но это гнездо, оно от клетки вот этих, точнее, не гнездо, а купалка. От вот этой клетки с моими попугайчиками. Ой, вы посмотрите, они сразу туда бегут. Сейчас, ребята, мне главное его ровно прикрепить, чтобы никаких щелей тут не было. Все, оно отсюда не упадет, потому что это от этой же клетки фирменная такое. Купалка. Да, они сразу проявляют к нему интерес. Сейчас мы добавим материал для строительства гнезд. Иначе это, конечно, но не дело. То, что они собираются откладывать яйца в кормушку. Она, во-первых, маленькая, но самочка туда умудряется как-то запихаться. Вот. И она сидит на гнезде, самец ее, она открывает клювик, подбегает ей там что-то в ротик, свой клювик засовывает, кормит ее. Вот. Но у канареек происходит такая ситуация. То есть она откладывает яйца, после чего высиживает птенцов на первом гнезде. И пока они еще растут, она откладывает еще яйца. И если, значит, не поставить второе гнездо, то яйца могут погибнуть, их могут выкинуть малыши, которые постарше, или она их просто не будет высиживать. Одним словом, в клетке должно быть два гнезда. Я для этого заказала джутовый шнур в интернет-магазине Озон, и с нетерпением теперь его буду ждать. Пока хоть какое-то гнездо я придумала на сегодняшний вечер, вот такое в экстренном порядке, потому что иначе они умудряются ютиться вот в этой кормушке с кормом. Как вы видите, птичек сразу заинтересовало это гнездышко. Они пошли его проверять. Я сейчас только добавлю материал для строительства гнезд. И если вам интересно наблюдать вместе со мной, чем же дело закончится, оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал нашего питомника, если вы еще не подписались. И увидимся в новых видео о жизни наших питомцев. Всем пока-пока и до новых встреч!